Добрый день. Вот у меня сломался после целых 12 лет работы вот такая машинка для стрижки волос Грюнтик фирмы. Вот. Ну, в принципе, я не часто пользовался раньше, раз в неделю, потом где-то раз в месяц. Вот. И здесь неисправность такая в том, что вот провод, один из проводов, он со временем изломался, и потихонечку он состоит из нескольких вот таких мелких проводков, начал обламываться. А потом, когда стал совсем он тонкий, соответственно, большое сопротивление стало в этом месте, и он немножко здесь задымился, и даже вот это обгорела изоляция. Хочу сейчас попытаться починить эту машинку, ну, чтобы не покупать новую, там, примерно за 1000. Вот, потому что сейчас уже менее качественно делают, а вот когда в 2005 году покупал, было более качественно все. Вот, откручиваю один винт всего лишь отверточкой. И давайте смотреть, что же там у нас. Так вот, так еще. Не знаю, тут могут быть волосы, конечно, немножко внутри. Так, вот. Открываем. Так, может, она как-то должна смещаться. Так, немножко с усилием. Вот здесь еще тогда, может быть, вот эти винты. Вот эти вот они винты. Тоже пытаюсь открутить. Ну, что-то не откручивается этой отвертки. Другой, потому что крестовой. Так, либо где-то еще здесь что-то нужно открутить. Так, может быть, там еще одно крепление свое. Видимо, там еще одно крепление. Так, давайте попробуем. Все-таки откручиваются эти винты. Вот так вот. И, наверное, там... О, сколько здесь волосиков. Видите, сколько здесь грязи. Ну, потому что никогда не разбирались. Мы ее сейчас аккуратненько эти все волоски заодно убираем. Вот, чтобы он не перегревался. Хотя это даже какой-то штатный уплотнитель. Это даже не волоски. Там какой-то поролон. Волосы вот здесь они все. Продолжаем наш ремонт с помощью специальной отверточки тут, чтобы не сорвать резьбу здесь. Так, вот все вытаскиваем. О, сколько здесь волосиков, смотрите. Так, может быть, она... Так, а, вот. Вот видите, здесь направлю свет. Вот отверстие. Вот в эти отверстия я буду засовывать отвертку. Так. Вот, нафиг. Смотрим. Вот, теперь она вышла. Видите, что здесь все четко видно. Так она устроена, эта штучка. Эти все волоски отсюда. Ой, сколько здесь их. Здесь такая поролонка декоративная. Я сейчас пойду ее, наверное, промою. Все-таки я не буду, чтобы лаги не было. Так как здесь много волос, то я с помощью пылесоса их ударю. Аккуратно, чтобы не засосать винтики. Thank you.
Продолжаем наш ремонт. Итак, мы добрались до того узла, который нужно починить. Вот он. И здесь нам нужно просто немножко либо подкоротить, перепаять вот эти вот все штучки. Ну, если паяльника у нас нет, то мы просто здесь изолентой перекрутим провода. В общем, сейчас справимся. Так, давайте пытаемся аккуратно вот эту вот штучку так протянуть, вот этот провод внутрь, да? Вот, точнее, лежать и тянуть. Надеемся, у нас тут не порвется, а протянется за оставшийся целый провод. Ну, здесь он немножко цепляется вот в этой части, не хочет туда внутрь идти. Что же нам делать? Что же делать? Давайте будем думать. Таким образом, проблема в том, что вот этот провод невозможно сюда вот пропихнуть внутрь. Потому что здесь очень сильное трение между вот этой насадкой и обмоткой провода. Что, придется вот здесь вот обрезать с двух сторон, чтобы как-то вытащить эти провода. Давайте так и сделаем. Прям. Так. И с этой стороны тоже придется обрезать. Или здесь вытащить. Вот у нас теперь есть эти провода. Будем их уже соединять. Дальше смотрите. Дальше пассатижами пытаемся извлечь вот эту вот изоляцию. Видимо, когда провод перегревался, он сильно там припаялся. Он плохо очень выходит. Поэтому... Либо это по технологии он так там впаивается, чтобы не было никакого притока влаги. Ну, вот не получается у меня. Вот. То есть он намертво там впаян. Обмотка. Конечно, немножко не ремонтопригодной становится данная вещь. Это плохо. Либо, может быть, вот эту вот часть нужно распиливать как-то. Но видите, она тоже намертво спаяна. Да, вот очень неудобство это создает в ремонте. Придется ее отверткой как-нибудь выковыривать эту изоляцию. Пришла еще идея, может быть, ее как-то высверлить сверлом. Давайте попробуем отдельно. В общем, будем дрелью дырку эту высверливать. Итак, мы видим, что пробили мы эту все-таки дырку. Дальше мы, как уже обычно, здесь оголяем провода, вот, для того, чтобы их соединить между собой. Вот, в принципе, для этого есть специальные инструменты для зачистки проводов. У меня их сейчас просто нет под рукой. Я же это не часто такую операцию делаю, раз в 5 лет, грубо говоря, поэтому... не запасся. Ну вот, на 2-3 сантиметра оголяем и излишки изоляции срезаем. Вот дальше что мы будем делать? Дальше мы вот эти вот проводки, давайте попытаемся их через вот эту очищенную штуку пропихнуть. Вот, в принципе, вот намного лучше они проходит. Все, мы ее вот так вот запасом, и дальше будем соединять их между собой. Вот, и потом все это уберем обратно и закроем в обратном порядке. В принципе, дальше вы уже, я думаю, самостоятельно справитесь с тем, чтобы зачистить провода и сделать такие смотки, да, этих проводов. Сейчас я это сделаю и вам покажу результат.